Все знают, что льва называют царем зверей. Но как он стал царем зверей? Он не самый большой. Слон намного больше его. Лев не самый быстрый, потому что гепард самый быстрый. Лев не самый умный. Обезьяны из рода шимпанзе умнее льва. Получается, лев не самый большой, не самый быстрый и не самый умный. Так почему же именно лев царь зверей? Все дело в его менталитете. Когда лев идет и видит слона, он думает «еда». А слон думает «опасность». Все дело в менталитете льва. Когда мы видим, как лев оказывается в меньшинстве перед стаей гиен, он выбирает бой, а не бегство. Он атакует, потому что он король, а многие ведут себя как газель. А газель — это жертва. Она постоянно убегает. Режим побега — это не режим успеха. В режиме побега вы выживаете, а в режиме охоты вы достигаете целей. Что происходит, когда вы в режиме льва и ваша семья голодна? Вы идете на охоту, чтобы прокормить свою стаю. Но чтобы быть охотником, недостаточно только одной добычи. Главное — это сама охота. Львы в восторге от самого процесса охоты. Они любят это так же сильно, как и награду. А некоторые из вас хотят только конечную цель. Вам не нравится сам процесс. Вы страдаете от процесса. Вы не влюблены в это дело. А цель настоящего охотника — это не добыча. Цель настоящего охотника — это охота. Это то, ради чего живут львы. Когда ты настоящий охотник, ты охотишься до тех пор, пока не поймаешь добычу. Ты не остановишься, пока не достигнешь цели. Ты не сдаешься, ведь в этом нет смысла, так как охота — это твоя жизнь. А результаты охоты — это награды на твоем пути. И ты живешь и получаешь награду за наградой. Награду за наградой, ведь твоя жизнь — это охота, а не побег. Когда ты все время убегаешь, ты не получишь наград. Если ты сказал, что сделаешь это, значит сделай, потому что такой твой жизненный путь. Ты должен выпустить своего льва. Если ты будешь газелью, у тебя ничего не получится. Газель приобретает навыки проигравших, а не победителей. Если ты спортсмен, включай режим льва. Если ты предприниматель, включай режим льва. Если ты пытаешься похудеть, включай режим льва. Ты не сделаешь ничего существенного в режиме газели. Ничего. В режиме газели не происходит ничего значимого и впечатляющего. Ничего не происходит в режиме побега, в режиме оправданий, в режиме жалоб и в режиме страха. В этом режиме тебя ждет только провал. Успех приходит только в режиме льва, когда ты выходишь на охоту, а не бежишь.